Всем привет на моем канале. Что можно такое приготовить, чтобы удивить, и это было шикарным подарком для любого мужчины? Конечно же, можно приготовить мужской торт. Это будет не только оригинальный подарок, самое главное, что его можно съесть, и он получится очень вкусным. Я скажу, все мужчины просто будут довольны этим подарком и с удовольствием съедят. Вот такие вот ингредиенты нам понадобятся. Коржи для мужского торта мы будем делать из слоеного теста. Для начинки я возьму ветчину, свежий огурец, укроп и вот такой вот сыр. Сверху торт я украшу колбасками, маринованными огурчиками, перцем, помидорами черри, лимоном. Украшу его оливками, колбасой. И обязательно в начинку, кстати, положу маринованные грибочки. Смазывать торт я буду домашним майонезом и крем-сыром. Приступаем! Раскатываем тесто тонким слоем. Тесто я взял бездрожжевое. Чтобы у нас круги получились одинаковые и тесто не растянулось, подкладываем под тесто пергаментную бумагу. И уже на пергаментной бумаге будем крышкой делать круг. Убираем все лишнее. Посмотрите, какой ровный и самое главное, тонкий у вас должен получиться круг. И обязательно слоеное тесто перед тем, как будете его выпекать, надо прокалывать хорошо вилкой. На один противень у меня получилось два круга диаметром 20 сантиметров. Сверху тесто смазываем яйцом, небольшим слоем, чтобы оно просто было красиво и подрумянилось. Разогретую духовку 180 градусов отправляем коржи до готовности. Для майонеза все продукты должны быть обязательно комнатной температуры. Приступаем. Обязательно майонез нужно домашний делать погружным блендером. Блендер будем погружать прямо на желток. Хорошо размешиваем крем-сыр с майонезом. Крем обязательно накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Тонкими кружочками нарезаем огурец. Нарезаем укроп. Нарезаем грибы. Все ингредиенты готовы, собираем торт. Чтобы торт у вас был более устойчивый, на дно тарелки можно намазать немного крем-сыра. Корж будем смазывать крем-сыром с майонезом тонким слоем. Сверху пойдут маринованные грибы. Затем пойдет ветчина. Следующий слой сыр. Следующий корж смазываем сверху немного крем-сыром.
для того, чтобы он склеился с начинкой. Крем-сыр с майонезом добавляем в укроп. И все хорошо размешиваем. Сверху на укроп с майонезом и крем-сыром выкладываем огурец. Верхний корж опять немного смазываем крем-сыром с майонезом. Сверху опять небольшой слой крем-сыра с майонезом. Повторяем слои. Когда собрали торт, украшаем его кремом и выравниваем. Торт полностью смазали кремом, теперь украшаем. Тут включается ваша фантазия, как нравится, так и украшайте. Главное, чтобы у вас были все подходящие ингредиенты. И ингредиенты тоже можно пофантазировать, купить любые, которые вы любите. Приступаем. Вы посмотрите, какой красивый торт получился. Если бы такой торт подарили любому мужчине на любой праздник, я скажу, что он просто был бы доволен. Обязательно приготовьте торт по этому рецепту. Действительно получается великолепно. Самое главное, что он очень вкусный. Он настоится буквально 2-3 часа в холодильнике. Я разрежу и покажу, какой он получился внутри. Торт уже пропитался. Давайте посмотрим, какой он внутри. Он поставил в холодильнике буквально 3-4 часа. Посмотрите, какой великолепнейший, красивый торт получился. Посмотрите, насколько видны все слои. Я думаю, что торт этот просто получился и на вкус великолепно. Самое главное, что посмотрите, какой он красивый при подаче. Ну что, пришло время пробовать. Вы знаете, не удержался. Видите, вроде попробовал кусочек, но съел практически весь кусок. Действительно, очень вкусный торт. Я вам обещаю, что этот торт понравится очень вам и вашим мужчинам. И самое главное, что это будет очень оригинальный подарок.
Всем, кому понравился этот уникальный и красивый торт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. А внизу под видео нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока!